Мир вам, драгоценные братья и сестры. Иногда нам кажется, что все будет, как вот мы привыкли, будет. Но, к сожалению или к счастью, не всегда так будет. И я хочу петь о том, что нас ждут другие времена. Как важно быть готовыми. Еще будет зима, еще ветры подуют холодные, еще голосом бьют, разразится метель и пурга. Чтобы нас испытать, будем ли ко спасению пригодные, или силы не станет, когда нас облягут снега. К концу все подходит, и время настало последнее. Как нам нужно, друзья, дорожить им, пока еще день. Запасаться елеем, чтобы жизнью нам жить здесь победною, пока ночь еще не накрыла нас смертная тень. Очень скоро и лето закончится благоприятное, когда Бог своей милости щедрым дождем проливал. Когда были мы по-отцовски любовью обласканы, и как много у нас, как детей своих благословлял. Но к концу все подходит, и время настало последнее. Как нам нужно, друзья, дорожить им, пока еще день. Запасаться елеем, чтобы жизнью нам жить здесь победною, пока ночь еще не накрыла нас мрачная тень. Трудно потом, если мы без запаса останемся, а пройти надо нам через все и в борьбе устоять. Где мы силы возьмем, коль сегодня мы не постараемся, чтобы ее в тесном с Богом общении приобретать. Может, надо нам будет оставить все нами нажитое и пойти к Иисусу со стан поругания неся. Но не будем мы Богом оставлены или забытые. Любит Он, как Отец, Сына в жертву за нас принеся. Держаться Господнего обетования, будем верны Ему, чего б нам не стоило то. Не оставим, друзья, никогда своего упования, ведь от Божьей любви
научить нас не сможет ничто. Ни метели, ни вьюги, ни ветры с пургою холодною. Бог своей любовью всегда будет нас согревать. А пока время есть, благодатного лета Господнего, о котором когда-то потом будем лишь вспоминать. Ни метели, ни вьюги, ни ветры с бургою холодною, Бог своей любовью всегда будет нас согревать. А пока время есть, благодатного лета Господнего, о котором когда-то потом будем лишь вспоминать. Будем лишь вспоминать. Будем лишь вспоминать. Да поможет нам Господь, слава Ему.